выполнение обязанностей по экономической безопасности нашей Родины, продемонстрировать возможности наших, в первую очередь, Сегодня также наши кинологи показали возможности служебных собак в поиске в багаже, в поиске на транспорте. Данные способности развиваются в ходе тренировок с помощью специальных методик. Подчеркиваю, что мы используем только игровые методы дрессировки служебных собак. Наркотические средства не употребляются здесь. И каждая собака, для нее каждый выход на службу, каждая тренировка, для нее это игра. А в преддверии данного 5-летия службы прошли соревнования специалистов-кинологов, где были представлены все 11 таможен Приморского края. На этих соревнованиях лучшими оказались кинологи Сахалинской таможни, но все, без исключения участники соревнований, показали хорошие знания, навыки и практическую отработку служебных собак. Сегодня мы работали с кинологами Приморского края, которые, как я подчеркиваю, еще вчера были на пунктах пропуска и сегодня вернутся к выполнению своих служебных обязанностей в таможне Хасанскую, Уссурийскую и Находкинскую. Большая крупная собака внимательно смотрит на зрителей. Говорит, это что, все собрались на меня посмотреть? Элементы цирковой дрессировки, отход назад по команде. Поклон, поклон, конечно, шикарный. Еще раз демонстрирует отход. Очень много, очень легкая защита, потому что челюсти не могут от нас убежать. Сегодня заработаны живые инстинкты. Выходят на площадку специалисты кинологи со своими... Наши обязанности входят участие в таможенном осмотре, то есть мы посещаем суда, морские суда, потом осматриваем международные почтовые отправления и контейнера. Рады помогать, я каждый день кошечка напугала. Ирис, загадка на что-то. Я выберу тренер, очень достойно.